связь есть, нету? Да, вроде есть связь. Окей. Что-то зашел ВКонтакте, ребят. Думал, что-нибудь умное ответили. Под моими шутками и подколами подписчиков. Блять, так нет, все подписчики. Все подписчики пообижались. И начали кидаться какашками, блять. Я в ахуе просто, люди, боже мой. Что хотел обсудить? То, что я озвучивал, семинар будет в 20-х числах в магазине Жуковского. Вот. И хотелось обговорить темы, которые, если здесь есть достаточное количество людей, кто придет, собственно, на семинар, потому что в личку писали много, а по факту я же не знаю всех. Хотелось узнать, о чем вам интересно поговорить на семинаре, чтобы я вам рассказал. Только не в плане там а-ля фарма, распиши программу, а а-ля расскажи то, что-то такое, о чем все говорят вот так, а на самом деле оно может быть не так. Вот. Ну, 1000 километров, блядь, для бешеной собаки, как это там говорится. Сколько это там верст, не круг, а подписчиков. Во, красава! Красава, хоть один есть, который ВКонтакте прочитал. Блять, как могло людям бомбануть, когда их нажали, назвали подписниками. То есть и все подумали, что это я, блядь, сделал исключительно потому, что я на кого-то, блядь, обиделся. Валера, ты ведешь себя как ребенок, ты не можешь оскорблять своих подписчиков, они здесь ни при чем. Блять, пиздец, конечно, вообще. Даже никто не понял, что я прикалываюсь просто. А, подписники, а, все, отписываюсь. Здорово, Польша. 5 часов всего-то ехать. Да. Ответ вопрос, может быть, семинар. Но таких семинаров было довольно-таки пиписники вот в натуре. Таких семинаров было довольно много. На самом деле интересно. Про скандалы и рекламу я бы с удовольствием, блядь, что-нибудь подрассказал. Ибо пиздобольство очень сильно раздражает, блядь. И вы, привет, Литва. Вы так реально думаете, очень многие, что все обстоит именно так, как вам в некоторых пабликах пишут. Веселые истории потравить. Да веселых историй не так много. Про пьюр. Я могу рассказать про пьюр, только что рассказать вам. О зарплатах спортсменов. Так вам называли такие зарплаты, что можно обоссаться было от смеха, когда я читал. Что еще? Почему пьюр такое говно? А ты уверен, что пьюр такое говно? То есть, как бы, блядь, на основании чего? На основании, блядь, эксклюзивных выводов супер Бориса Цацулина? Суперэксперта с экономическим образованием. Федоров нет, не миллион зарабатывает. По крайней мере, не в пьюре точно. Не выступаешь больше. Как видишь, сижу на диване. Вот. Давайте еще какие темы. Почему микрофон говно? Это действительно тема для семинара. Блок Миронова, Хандраксиди, Плюси и коммент Бориса Цацулина, блядь. Пиздец, мне так интересно обсуждать Бориса Цацулина, коммент. Методика тренировок американских ББ. Да у них, в принципе, методики тренировок не отличаются ничем от наших. Про работу тренеров в фитнес-клубе, да, про это могу много рассказать. Могу даже рассказать, как клиенток чпокали в туалетах. Про путь расскажи твой, расскажи, как народ про карту получает. Ну, как выигрывает и получает. Играл до 15, за какую команду? За Светлану 85 года. Передай привет Кириллу. Привет, Кирилл. На основании цен, почему пюре стоит так же, как в хорошие времена зарубежный спортпит. А почему сейчас спортпит зарубежный стоит в 3 раза дороже, чем пюр? Догадаешься? Может быть, это как-то связано с курсом доллара? Так, у тебя проблемы все хорошо. Да я и говорю, нормально слышу. Как насчет того, что ты пил сок и философство? А, ну это да, это можно. Соревновательная подводка всех интересует и дозировки. Я думаю, что соревновательные спортсмены здесь единицы. Про телок рассказать на семинаре, по-моему, это смешно. Про телок на семинаре не смешно. Да слышно, слышно все. Еще раз говорю, уже люди все отписали, что слышно. Свои динамики проверяйте. Он писает на колонках норм звук. Чувак там с стереосистемой меня слушает, понятно. Ну что сделать с микрофоном, блядь? Есть желающие перевести денег на карту, блядь, чтобы я купил новый телефон? Давайте сейчас рассчитаю вас, блядь. По 100 рублей кто кинет, блядь?
Потом же, сука, даже по 100 рублей не кинете, а пиздите все. Да не хочу на зеркало говорить, опять начали, блядь, все обсуждать мои ляжки, блядь. Суперсет отечественный вообще нормальный. Ну, Суперсет это очень старая продукция. А это, по-моему, первая даже. Скинь реквизит для пожертвования. Скину в личку. Не вопрос. Расскажи, кто из современных фитнес-блогеров пиздит, а кто нет. Не здесь. Ты что, в бане? Нет, не в бане. Я на юге, видите, под пальмой. Нет, не готовлюсь на весну. Стоит ли пить борца? Стоит. Просто начни семинары там пока. Да это понятно, так всегда делается. Кинешь мне 100 рублей, ништяк, говоришь, 200 мой кинут, для Валера ничего не жаль. Кто такой Фрэнк, расскажи, плиз, владелец фармакома. Пишите в личку, дам реквизиты, переводите бабки, блядь. Коробков знает номер карты, потому что я Коробков 5000 переводил, потому что брал у него их в спортзале отдам. Расскажи про ПКТ поподробнее. No problem, расскажу на семинаре. Сколько бы ЦА пьешь, всем интересно. Ну, грамм по 30 в день, наверное. Видите, вот здесь вытираю, значит, пизжу. Что скажешь про шпака? Блять, все, нахуй, я уже не могу, опять начинается. Скажи, что скажешь про Шрека? Привет из Екатеринбурга. Привет, Екатеринбург. Блять, вот этот образ мне больше нравится. Кто такой шпак? Как тебе отослать что-нибудь? Пиши мне в личку, дам реквизиты, карта, скидывай мне что-нибудь туда. Я потом пофамильно всех пропишу, кто сделал мне перевод и что я на эти бабки купил. Давайте так. Я выставляю реквизиты своей карты вам в личке, вы переводите мне туда бабки. Я потом на эти бабки, блядь, собираются, что-нибудь покупаю. И потом пишу спасибо. Дальше список пофамильных чуваков за то, что я купил себе и то, на что мне хватит этих денег. Долго не занимался после геморроя. После трещины на заднице я почти месяц пропустил, но у меня было очень сильно, блядь. Это было в 2008 году или в 2007. Потому что в Америке, блядь, у качков, там здоровый только профессионал, а остальные-то обычные. Ну что, я весь перископ на YouTube. Кто-то выложил. Нет, не в курсе. Ну здорово, выложили и выложили. Понравилось, значит, им. Правильно? Отката нет только если ГР плюс стероиды вместе юзд. Если без ГР откат неплохой. Откат всегда есть. В 2007 грудь порвал, только не забудьте. Ну такие, зачем тебе ЦВВ? Достаточно номера карты, не ври ко мне, пожалуйста, дружочек. Качественно ли за границей пища? Смотря где за границей. В Индии не очень. Задрал кашель, этот уже не могу просто, блядь. Суставы и связки. Какую марку фармы ты используешь на подготовке? Да у меня разные были, у меня не было так, чтобы была одна. На семинаре трансляцию хотел. Нет, трансляцию не буду делать, ребят. Считаешь мир вокруг иллюзии или нет? Ебать, вот эта философия пошла. Считаю, что да. Спасибо. Как с вами так дальше? Привет с Германии. Здорово, Германия. Есть любимые или без рекламы? Есть любимые или без рекламы? Фарма? Есть несколько, которые мне нравятся. Гамалапс мне нравится. Сейчас Балкан Пропик у меня хороший. Больше трещин не было. Нет, они рецидивы периодически бывали. Но это в основном происходило тогда, когда я не занимался. То есть, как только спорт переставал присутствовать в моей жизни, начинались проблемы. От плохих сосудов, от слабых. Живых интим будет? Будет. Только немножко по-другому будет называться, но ты прав. Кто на семинаре, кроме тебя, будет? Только я буду на семинаре. Извините уж. Что скажешь фармакоме? Достойно уважения. Сейчас уже не особо. У тебя молоко убежало. Правда? Блять, я не ставил молоко, я только гейнер выпил сейчас и все. А Optimum Farm как? Не знаю такого вообще даже. Сколько длится твой курс? Сколько ПКТ? Если отвечал, то это... Не отлагал. Да, нет, не отвечал. 5 месяцев сейчас было ПКТ, до этого больше года был курс. От трещин с крутиной с кузом недостаточно. Еще гидролекс нужен. И свечи, либо мазь. Тестостерон, типа того,
Сусол, но тоже не туда. Немножко не угадал опять. Ну, ты спросил, я тебе сказал, как у меня было про курс. Прям каждый день ставишь, если не секрет, ведь, пожалуйста. Ну, по-хорошему, да. Как я уже отвечал про мэнсфизик, ты все проебал тоже. Слышал, что после трещин приседы вообще нельзя делать. Все верно, ты слышал. В Уфу планируешь? Если пригласят, то Жлендорф, походу, не слазит с курса. Я не знаю, свечку не держал. Органон достойный, но ты его не достанешь. Есть проблемы у тебя с набором мяса? Нет. У тебя есть план на армию классик? Есть. Пизда с долгий курс. Ну, кому как. Тогда команда бородатых и красивых. Вот это ближе к теме. Сколько тебе лет? 30? Растан нашел, так и не понял. Одна ампула 13500 стоит реально. Или это я не догоняю? Нет, все правильно. Можно достать подешевле, но Растан действительно очень дорогой. Есть дети. Ну, с подключением тебя, да, есть точка. Когда ближайший старт? Не скажу, что слышал Никите Малине. Все, что слышал, меня повеселило. Ну, фамилия красивая. Следующая в Москве обещали вроде, правда? Нет, это шутка была новогодняя. У них там тоже какой-то праздник шутников был, они пошутили. Да, в последнее время, да, потому что мне нравится. Интереснее, чем остальное. На сцене не планирую с бородой или без, не знаю, как пришел. Ну, ты цветок за дзиба, ты мощный, как я. Так и да, этому цветку лет, наверное, больше, чем мне. На YouTube заработать скоро. Со всякими историями, видеоблогами. Да, блядь, там народу будет мало. Лучше в одно все лить, если разница тренинг. Ну, что, ну, спорт есть. Плохая шутка. Было бы классно. Это ты о чем? Переходит с другого вида спорта, бодибилд, все равно есть какая-то специфика. Но в целом, если ты новичок начинаешь заниматься, то у тебя будет примерно такая же проба, как у другого обычного новичка. Я не думаю, разрешат мне ровно говоря, не разрешат мне, честно, все равно. Орехи ем, шею не качаю. Почти на все вопросы. Спасибо. Ну, насколько успеваю, стараюсь отвечать. Этот перископ убьет YouTube. Нет, это разные вещи, не убьет. Ты, кстати, забрось канал на YouTube. Нет, не забросил. Пожалуйста. Прям классик в России. Не будет его сушилка. А, я понял, о чем тогда. Когда Лесков нормально высушится. Когда начнет нормально сушиться, наверное. Что тот, кто юзает фарму, у тех рождаются девочки. Как так? Это не имеет ни по какого подтверждения. Блин, скучал, спрашивает, он бодрит. Блин, да нет, у меня, сука, под вечер просто похуже становится самочувствие. Напечатал уже на майке, что не обсуждаешь других спортсменов. Непривычно тебя при болезни слушать, лечить углерод. Ты какая нахуя, я говорю, торджу. Мозг после вчерашнего вискаря требует углеводов. Сладкого много потребляешь? Не, мало. У тебя брат старший или младший? У меня брат троюродный. Лучше самого Алексея этот вопрос спросить, или же себе только ответить, потому что это точно. Май протеин, блядь. Как там Прыгунов? Ну, как видите, есть Прыгунов. Блядь, еще один вопрос про тайские каникулы. С псориазом. Блять, слушайте, я не знаю, я не специалист. Насколько я знаю, это хроническая хуйня, и она не вылечивается полностью.
начинать. Я наоборот просто борщинул в конце лета, в начале осени витамины. И после этого я долго не пил. Боялся, что грохнул себе щитовидку этим витаминами. Но сейчас уже время много прошло, можно начинать. У меня нет авто, я все продал. Насколько женился. Блять, я не помню, если честно. 26, по-моему. А банкеты после каждого. Не понял. На игры СК нет, не хожу. Пили вид. Хотел спросить про... Блять, опять. Не успел. Отстает спина совета. Качать ее тяжело нужно, так же, как и ноги. Поэтому она у тебя отстает. Давайте, дохуя сердечек замутим. Давайте. Щитовидка от витаминов. Я так думал, у меня начала болеть щитовидка. У меня витамины с йодом были. Я думал, что, блять, я себе ебанул. И реально. Алешка очень болел. Так, сколько бабла на фару в месяц обычно уходит? 1040. Ой, господи, как спать-то хочется, блин. Вообще. Весь день сегодня такой вялый, как писька бодибилдеров. Какое пиздатое упражнение на глубину спины. Диета пиздатое упражнение на глубину спины. Нет, нельзя пить. Я там вообще не работаю, не тренируюсь, сука. Я ушел оттуда, блядь, не очень приятно для себя и для них, поэтому хули мне там делать? Пьешь йод, когда принимаешь ГР? Нет. Да, точно. 1200 куриной грудки в день. Это же не все, говядина, свинина тоже присутствует. Почему? У меня в день общее количество мясных продуктов, это 1,2 кг. А что с Васипом? Скажи, что с ним? Я заходил на его страницу, посмотрел его стену и понял, что у него как было все плохо с головой, так и осталось. Можешь проверить, зайти на его страницу, посмотреть его стену, убедиться, что с ним все с головой очень плохо. Вообще понять состояние головы человека можно просто зайдя к нему на страницу и пролистав его стену. Это несложно. Это очень хорошо дает, блядь, возможность выяснить, что это за человек. Сыр в сыром виде мясков взвешиваешь? Ну, конечно. 1 миллион сердечек. Да, Саня, мы будем бухать, как только 1 миллион наберется, я думаю, правда? Сука, а почему у Давидыча так много сердечек и так много подписчиков, а? Даже обидно. Как начинал баба? Пришел в зал, начал качаться, друг привел меня. Я попробовал, потренился, мне так понравилось. Думаю, нихуя как прикольно. Бухать заебись. Точняк, дружище, конечно. Сердечек столько. Ну смотри, как поддрачивать будете в экран. Если будете поддрачивать хорошо, то все норм будет. Читер, да, Давидыч? Не знаю, там какие-то, блядь, сумасшедшие сотни миллионов сердечек. Пил Новый год, да, пол бокала шампанского пил, все. Проблемы у русского ББ, да, есть небольшие проблемы в виде отсутствия денег. Солод, да, как батя в норму зайдет. Не зайдет. Солод, да, это такой бред какой-то, только даже не сочинить, блядь. Забиваюсь ли я, когда ебусь? Не помню, очень давно это делал. Забиваюсь реально. Тоннельный синдром мучает. Декасус на первый курс нормально. Можешь супчик горячий попьешь, его делал, завернешься. Было бы заебись, да только нету горячего супчика. Основная проблема. Я говорю, денег нету, говорю, в бодибилдинге, блин. Это основная проблема. Потому что солодека это очень глупо. Иди считай Google. И не консультируй бесплатно.
Блять, я сам рад, что я с вами, ебаный в рот. Ритаболил, ТД, ритаболил, такая хуйня, которая уже давно не выпускается. Я когда ее пробовал, а вы точно не пробовали. Нормально, ДКС с первого курса не дохуя. Нет, не дохуя. Можно и так. По одному кульчику того и того. И вырастет у вас гена и прыщики. Все будет хорошо. Ну ладно, еще ебало зальет водой. Забыл совсем. Интернет-то хоть работает вообще? Вы что там, как, живые? Плюетесь-то сердечками. Кто-нибудь понажимает, подрочит. Пу-пу-пу-пу-пу. Потом опять тишина, опять пу-пу-пу. И опять тишина. Самый первый твой преп метан. Приятно вот так живо общаться с кумиром. Спасибо, Валер. Да, пожалуйста, мне не жалко. Подлагивает, да, сука? Ну, я не знаю уже, что делать с этим говняным интернетом. Из аптечной формы что попьешь? Перацетам, рад. Да, перацетам пью. Этот самый, сейчас я скажу название. Церебролезинчик. Да много чего. Гинкобилоба. Трентал, Виагра. Чем сейчас курсишь? Много препаратов. Препаратов много. Блин. Пиздец, извините, народ, что-то правда я зеваю вообще. Вредно, но я жру много, да. Зависит от того, сколько ты уже тренируешься. Год три потренируешься, можешь начинать. Я не думаю, что раньше 18 есть смысл. А вообще, как бы научно считается не раньше 23-24 лет. После того, как все в организме сформируется уже. Все гормональные системы и мозги. Что, чтобы вы не удивлялись, фарма действует на мозги, на формирование определенных там процессов и на скорость работы нейронов. Ну, опосредованно, конечно. Не знаю, мне не тяжко с утра, я углеводами всегда гружусь ночью. Мне это уже спрашивали вопрос, я говорю, не буду консультировать. На такие вопросы отвечаю только платно. Грузишь угли на ночь? Да, я же говорю, гружу, конечно. Я рис гружу на ночь. Завтрак должен быть плотным. И завтрак тоже должен быть плотным. Завтрак у меня овсянка и яйца. Проблема же какая-то, да, они у всех бывают. Это, ну, как бы, от переизбытка белка это как бы, периодически. Аспарагин куда пью каждый раз перед сном. Ну, сколько лет начал принимать АС? Я в 16. Потому что уже выступать тогда мне сказали, надо готовиться, поэтому я начал, так не начинал. Ты знаешь, все несколько сложнее. Я же ответил 3 минуты назад на вопрос, ем я ночью или нет. В общем, люди как сильно хотят, может, скорее продаривать.
подставить себе зад. Хорошо, что ты в скобках написал уколы. А то бы они подумали что-нибудь другое. Чувствуется, что есть. Нет, ты не прав. Слушайте, бывали уже онлайн, когда и по 300 человек, по-моему, было, и даже, да, даже больше было у нас онлайн на тренировках. Хули сейчас все, блядь, только-только домой возвращаются с работы, блядь, домин просто ж, помогает. Ну, там же в таком капоте разве поймешь, что реально помогает, а что помогает чуть-чуть, не поймешь. Мне не нравится, потому что пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, я к ней не расположен. Не те данные. Я не успеваю читать. Ищешь менеджеров. Блять, какие менеджеры, чувак, блядь, куда ты попал? Блядь, ты здесь найдешь только тупых качков, а не менеджеров. Когда лысеть начал? Да я лысым родился уже. Приличные люди рот закрывают, когда зевают, да? Но мы же неприличные. Валер. Валер. What? Блин, интересно про лысину. 20 с чем-то лет начал лысеть. До 22 был с волосами. Сколько на спортпит можно тратить или стоит лучше? Я уже объяснял, ребят. На спортпит, если меньше 20 тысяч в месяц, то лучше не покупайте его вообще. Компьютерными играми, да, в школьном возрасте увлекался, даже в компьютерных клубах сидели. Но я не фанатил, я так чисто просто. Я не понимал эту хуйню. Надо, так не бросай зал, не надо, ты можешь совмещать. С батей смотрите меня, привет, батя, передавай. Значит, сформировал. Сколько тебе лет, я же не знаю. Ты, по-моему, этот вопрос уже спрашивал, я просто его помню. Масса, конечно, уйдет. Неизбежно. Ты должен будешь выбрать приоритет. Либо тайский бокс будет приоритетом, либо качалка. В зависимости от этого или тех тренировок больше будет, или других. Значит, ты будешь либо худой, ну, как бы сравнительно, но при этом, блядь, тайский боксер. Либо ты будешь, блядь, здоровый, но тайский боксер с тебя будет хуёвый. Все логично, правильно? Живухин vs Кулаев. Ну, в ближайшее время такого не предвидится еще. Я думаю, что Кулаев сейчас этой весной получит про. Мы процветали, скоро загнется весь Крисенс. Весь Крисенс скоро у всех загнутся магазины, поверьте. Есть варикоз у тебя? Ну, скажем так, минимально. Хорошо спрогрессировал, да, я считаю, что хорошо, но не могу сказать, что прям пиздецки. Как бодришься с ним, не понял. С кем? Грыжа в спине, я уверен, что есть, но я не проверял, чтобы меня это, блядь, не пугало. Откуда забирать загранку? Я, если честно, даже не знаю, где моя загранка. Как больше рекорд. Слышал ответ по поводу средневысоких ЛДФ. Ты его и не услышишь, это нужно к врачу-эндокринологу идти за ответом. Единый центр документов. А у меня что, моя загранка там? Вот, я вот сейчас не понял. А ты-то откуда знаешь, что моя загранка в едином центре документов? Просто я не могу найти свой загранник реально, блядь. И хули он делает в едином центре документов, если я его привозил домой? А?
подожди, подожди. Я его забрал, я же говорю. Я тоже хочу просто один.